Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сундук, Фисташка и Гордей. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, ролик будет называться «Что можно сделать в Гаррис Мод за 10 минут». Будем делать эпические мега взрывы. Пацанчики, девчонки, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Будем по нарастающей, ну может какие-то бомбы и будет сразу жесткий, я не знаю, посмотрим. Ой, подождите, это не те, что такое? Летят, ого, небольшие. Надо сваливать, они уже в воздухе крутятся. Я лечу. Ого. Ого. Мне кажется, я переборщил, да, в этот раз? Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Летят, ребята, летят. Пишите в комментах, все умрут или не все умрут. Может, и мы даже умрем. Я не умру. Воу. Эпически. Вот это красиво. Это было очень красиво. Ребята, мне мало. Надеюсь, ролик попадет в тренды с такими взрывами. По-любому. Это просто эпик. Вот это мы сделали в Гаррис Моде. Что-то вообще неимоверное. Ого! Активировались те бомбы. Я аж подлетела. Вот это жесть. Ни у кого не вылетело? Фух, у меня аж черный экран временами. Из-за того, что Гаррис Мод не тянет. Хотел, короче, придержать эти бомбы напоследок, но я думаю, можно парочку взорвать и сейчас. Есть у нас вот такой вот мод, и здесь есть просто, не просто мега-бомбы, они очень сильно взрываются. Их можно только 3 штучки, больше лучше не взрывать. Ребята, смотрите, что сейчас будет. Блин, они немножко мимо полетели. Ого! Сейчас. Не, я ж не хочу, чтобы вылетело. Ладно, ну может сейчас и вылетит. Ладно, посмотрим, что сейчас будет. Ребята, смотрим. Эпический взрыв. Ай-яй-яй. Где будут взрывы? Я так и не понял. Вот они. Это просто снизу смотрится очень круто. Ребята, всех убило. Ставьте еще NPC-шек, мне мало. Обнуляю карту. Стойте, стойте, вот так, теперь лупашьте. Так, давайте вот эти взорвем бомбочки, не вот эти вот. Облажной, знаете, как самолет летит и скидывают бомбу, сейчас так и будет. Ой-ой-ой. Согласитесь, сильно делаем. О, черное небо, все, ничего не видно. Что? Ладно, давайте вот эти удлиненные лупанем. Стойте, ребята, это еще не все. Еще раз самолет пролетал мимо и скинул парочку бомб. Убегайте оттуда, пожалуйста, я вас прошу по-человечески. Я не буду. Ой-ой-ой, а что? Так, я не понял, почему бошки живые? Хорошо, у нас еще есть парочку бомб эпических. Сейчас мы вам покажем их. Хорошо, а если мы бросим газовые бомбы? Мне интересно, они взорвутся или нет? Так, проверяем. Все-таки мод такой интересный очень по себе. Надеюсь, они будут активироваться, когда будут падать. Потому что очень большой урон проходит по ним. Не. О, получилось! Ой-ой-ой, ребята, убегайте! Пошла жара. Минус сунду. А эти не активировались почему-то. Я знал, что эти тоже бракованные прислали. Будем тогда сейчас, ребята, только рабочие бомбы сбрасывать. Вот это рабочая, 100%. Мы ее вчера в сандбоксе взрывали. Я не знаю, на большой... На маленький участок много бомб забросал, не? Воу. Ну как вам? Еще. Хорошо, пока не ставят, бомбы будут уже лететь. Летят. Самолет сбросил бомбы. Воу. Ребята, здесь без комментариев, вы сами все видели. Танк улетел. На изично. Машину откинула взрывом, но она же целая. А я не знаю, как это будет сверху. Давайте посмотрим. Мне кажется, будет круто. Город бомбим.
Как-то так. Не, машина хоть по окну. Что-то она... Потому что не все взрываются. Есть взрываются машины, есть нет. Ну, они теперь взрываются. Так, вот так, я думаю, не вылетит на рабочий стол. Ого, до меня же запчасти от машины долетают. Офигеть. Ребята, хотите? Вот сейчас я вам сделаю вообще красоту. Обнуляем карту. Сейчас я вам покажу, что я хотел вам донести. Есть у нас вот такой мод. Вот эти машины очень сильно взрываются. Я буду... Ой, подождите, это не та машина. Только я буду сам ставить. Расставлю машины, вы просто наблюдайте, что будет происходить. Давайте, чтобы мы прям участвовали во время взрыва, мы сделаем настройки песочницы и сделаем неуязвимость всем. И теперь... А теперь мы будем наблюдать это все прям в эпицентре. Все, я больше не буду ставить, потому что, мне кажется, может вылететь игра. Поэтому давайте скинем, наверное, напалмовую бомбу. Это будет самое эпично. Немного. Парочку штук. Вот мы стоим, просто отдыхаем здесь, никого не трогаем. Ого! Прям по голове дало. Они, кстати, прикольно взорвались. По голове дало бомба, а потом загорелась. А, они просто обгорели? Они некоторые не взорвались. Ой-ой-ой, давайте, ладно. И тут самолет такой летит. И еще парочку сбросил. Ой, машина так эпически взорвалась. Горит, горит, горит. Заметьте, что они проваливаются еще. А это колеса пробиваются у них. И что, они активировались, не? Ага, я слышу этот звук. Нифига себе, они целые. Хорошо, давайте еще одну сбросим. Ой-ой-ой. Все-таки дошло до этих бомб. Я не хотел это делать. Будем снизу наблюдать. Стоим себе, отдыхаем, никого не трогаем. Вам понравилось, ребята? Весело. Весело? Хотите еще? Жестче. Да. Давайте, короче, сделаем так, как никто не делал никогда. Это сделаю я. Не знаю, можно говорить, смотри. Рекорд. Рекорд сделаем. Может, такой эпик, как кто-то еще и не делал. Я буду единственный в своем роде. Вы готовы? Да. Надеюсь, у меня схватит времени быстро это все сделать. Вы такого видели еще? Офигеть. Мне, ребята, мне мало, я хочу еще. Вот сейчас вы готовы к эпику? Да, да. Короче, смотрите больше то место, где спаун, потому что эпик будет больше там твориться. Апокалипсис начался в Биг Сити. Согласись, красиво. Ага. Вот так вот как-то. Не вылетай, да, на рабочий стол? Дождь из ракет. Сейчас сыро будет. Смотрите. Прям в огне гуляем. Еще хочу. Офигеть. Еще не все, ждите. Караул, горю. А, все, норм. Ого! Не вылетела на рабочий стол. Тянет, просто тянет.
Ребята, это все в воздухе летят ядерные бомбы. А нет, это просто какие-то вспышки, что ли? Ого, это что, все плазменные сейчас взорвутся? На рабочий стол. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рыбу в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!